Арбитражный суд. Арбитражные суды – это специализированные суды по разрешению имущественных, коммерческих споров между предприятиями. Они также рассматривают иски предпринимателей о признании недействительными актов государственных органов, нарушающих их права и законные интересы. Это налоговые, земельные и иные споры, возникающие из административных, финансовых и иных правоотношений. Арбитражные суды рассматривают споры с участием иностранных предпринимателей. В рамках судебной реформы в стране создана единая судебная система. В ее состав входят и арбитражные суды, имеющие статус федеральных.